Приветствуем. Сегодня я представляю морковку от студии Скат. Морковка – это так называется у водников. Вообще в реальности это конец Александрова. О потребовании ГИМС – это обязательная вещь, которая должна на каждой быть лодке. Отличается несколько от, скажем, классический мешок плюс веревка в лучшую сторону некоторыми фишечками. Во-первых, используются достаточно плотные ткани красного либо желтого цвета, ну, понятно, чтобы это было видно на воде самого мешка. И используется специализированная веревка, которая разработана специально для конца Александрова. Это очень мягкая веревка, плоская, она плавающая, но не путать, это не стропа, это пустотелый шнур, который можно абсолютно в любом положении смять, положить в этот мешочек, и он все равно выпустится так, как надо. Ну, конечно, не надо как попало сминать, но тем не менее возможность такая предусмотрена. Теперь по работе конкретно с этой морковкой. У нас есть несколько дополнительных креплений. Как правило, у всех концов Александрова есть колечко, за которое можно закрепить, и она будет держаться. Чтобы освободить, надо выстегнуть карабин или отвязать веревочку, это не очень удобно. У нас сделано несколько по-другому. Если мы идем на рафте, и у нас есть кольцо для крепления конца Александрова, мы закрепляем за вот эту стропу, она является самосбросом. При таком резком движении морковка освобождается. То есть порядка там 1-1,5 секунды вам нужно для того, чтобы освободить морковку. Если вы идете на катамаране, либо у вас какая-то другая сложная конструкция, ну, не лодка, можно закрепить на двух точках крепления, то есть также закрепляем за верхнюю стропу с самосбросом и закрепляем за вот такую хитрую штучку с фастексом. В таком случае освобождение происходит. Мы сначала освобождаем фастекс, потом освобождаем верхнюю стропу, и морковка готова к проскуриванию. Также у данного мешочка для морковки есть дополнительная опция, как ремень. Ну, что очень актуально на каких-то длинных разведках. На длинную разведку, еще по скальной породе, в руках нести все время морковку не очень удобно. Для этого существует вот такая опция. Она отдельная, она, ну, заказывается отдельно и комплектуется отдельно, как ремень. Его одеваем, застегиваем. У нас получается самосброс, ремешок, на котором дополнительно мы можем еще закрепить карабинчики, тут отвязочка есть. И вот таким образом она у нас висит. Для того, чтобы освободить, у нас есть также самосброс. Мы скидываем самосброс и выдергиваем морковку. Морковка готова к броску. Всем пока!